Тепер до таких новин фронтових. Ось з'явилося повідомлення, що Збройні сили повертають позиції у Вовчанську. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. А ось я читаю російські телеграм-канали, і там пишуть, що наступ на Харківщині зупинився, бо українці перекинули туди свої резерви. Як ви можете зараз описати ситуацію на Харківщині, зокрема у Вовчанську? Ну, это тоже очень простая ситуация с точки зрения любой военной логики, да, которая можно приложить к этим 100 километрам, практически 100 километрам фронта. Вот, допустим, если бы была одна рота, которая бы наступала на Харьков, сколько бы она продержалась? Несколько минут. Если был бы один батальон, несколько десятков минут, там, допустим, одна бригада российская, несколько дней бы продержалась, или вот 30 тысяч россиян, российских федерастов, которые попытались двинуться на Харьков. Сколько они продержатся? Они продержались несколько недель. А дальше заканчиваются. Все в этом смысле заканчивается. Любые такие действия наступательные, в том числе, они имеют определенные периоды. И вот период соотносительный с количеством россиян, которые наступали в сторону Харькова, он закончился. Сейчас идет обратный ход, то есть наши войска действительно были переброшены, часть войск была переброшена с Восточного фронта, часть подразделений резервных, которые были более-менее укомплектованы, были переброшены на усиление этих частей, которые были переброшены с Восточного фронта, и в принципе сейчас обратный идет ход. Здесь в принципе логика такая железобетонная. Все дело времени, когда источатся эти 30 тысяч россиян, и дальше будет зависеть, действия будут зависеть от того, перебросят ли россияне на это направление резервы, а им придется снимать только с Восточного фронта, или сейчас примут решение на отход, они могут легко отойти в Россию, то есть примут решение на отход за границу по этому направлению. То есть вот эти трансграничные бои, я так их называю, то есть глубина там 10 километров, это трансграничный бой. Он может быть в любом месте другом. Сейчас вот мы слышим о готовности россиян двинуться в сторону того же Богодухова, либо из-под Суджи на Сумы, либо из Клинцов-Климова в сторону Черниговской области. Это все именно такие трансграничные действия для того, чтобы попытаться связать наши войска на этом направлении, оставить их, если они там есть, или принудить наше командование перебросить их с восточного фланга на северный. Это тоже, в этом тоже есть логика. То есть россияне, в принципе, на данный момент, эти 30 тысяч россиян, которые были в районе Харькова, начали боевые действия, они связали на этом направлении несколько тысяч наших войск. Нам пришлось перебросить их с Восточного фронта, там уменьшилась плотность войск, а основное направление россиян, это как раз на данный момент стратегическое направление, это как раз Восточный фронт, Донецкое направление, Донецк-Покровск. Вот они и пытаются двигаться в районе там, того же Очеретина, в районе Карловки, в районе Курахова, то есть сейчас даже там действия есть в сторону Покровска, и с юга на Временском выступе в районе Старомайорского. То есть, в принципе, понятная логика действий и россиян, да и наша в том числе. Все зависит сейчас от количества сил, средств каждой из сторон. Не можу не запитати вас ще про ситуацію в Липцях, теж на Харківщині, тому що пишуть, якщо війська російські захоплять цей населений пункт, то це матиме наслідки для Харкова. Ваша думка? Ну, не так для Харькова. Дело в том, что там это все-таки высота. В районе Липцова есть высота, с которой можно обстреливать армейской артиллерией, как минимум Харьковскую объездную дорогу. То есть это не для Харькова там большая проблема. Для Харькова проблему могут создать россияне, а только если всю российскую армию, которая сейчас есть на территории Украины, выведут, и эти полмиллиона россиян расположат в районе Белгорода с направлением в сторону Харькова. Вот это будет проблема для Харькова. А, допустим, Липцы – это чисто высота и для контроля объездной дороги. Это создаст определенные неудобства, естественно, по логистике в районе Харькова, но это небольшая проблема для города как такового. Но, опять же, те действия наших сил, средств, которые на этом направлении сейчас разворачиваются, они дадут возможность восстановить
по крайней мере, определенные, вернуть определенные наши позиции, не дать возможности. Это задача будет как раз такая стоять, противодействовать этим действиям россиян, для того, чтобы не допустить их на высоты для контроля объездной дороги Харківська. Стосовно Сумщини, днями командир 3-ї штурмової бригади Максим Жорин сказав, що треба готуватися, цитую, до певних подій на цьому напрямку. Тобто він прогнозує наступ. На вашу думку, чи може бути тут спроба прориву? Чи все-таки це просто намагання розтягнути фронт? Ну, опять же, якщо слідувати логіці війни, так у нас Сумская, Черниговская, часть Черниговской области, Сумская граница с Россией, Харьковская граница с Россией, они должны были быть линией фронта еще с 2014 года. Ну, не бывает такого. 400 километров фронта на Донбассе воюем, а 600 километров фронта Харьковщины, Сумщины, Черниговщины торгуем. Или обнимаемся, целуемся и мир, труд, жвачка. Ну, такого не бывает, это нелогично. Потому дело времени, когда вся граница между двумя противоборствующими сторонами станет линией фронта. Это просто дело времени. Вот 10 лет прошло. Ну, это даже много, я бы так сказал. То есть за это время уже 10 раз эта граница вся должна была быть уже перерыта, и там должны были начаться бы боевые действия, потому что Украина защищается от нападающей России. И здесь уже как мы, как минимум, должны развернуть свои войска, а россияне, в принципе, должны были уже давным-давно нападать на этой территории, в том числе, если россияне нападают, то это мы-то должны делать. То есть это для нас есть определенный положительный момент. Потому дело времени, когда откроются новые направления. Это будет на Богодухов, это будет на Сумы. Не исключаю и то одновременно. Плюс Черниговщина, Клинцы и Климово. Это две такие базы российские. Они на границе практически на границе с Украиной и Беларусью находятся. И это тоже дело времени, когда россияне дотянутся в том числе до этого направления. Опять же, задача глобальная – это общая линия фронта вдоль линии границы, это логично. И сейчас частная задача – попытаться дальше растянуть линию фронта, уменьшить плотность наших войск. Основная задача – плотность войск уменьшить на Восточном фронте. У россиян стратегия, то есть выйти на Покровск-Доброполе, на эту линию – это практически границы Донецкой области. Представник Міноборони Німеччини генерал-майор Фройдінг натякнув, що цілком ймовірно, що системи Петріот будуть використовуватися в районі Харкова над Росією. І тут от мова йшла в контексті того, що нам потрібно якось протистояти цим російським літакам, які скидають там каби. Скажіть, будь ласка, наскільки там активно можна використовувати Петріот, зважаючи на те, що це дуже дорога зброя і дуже така жирна ціль для росіян? Но она еще и не поворотливая, то есть это все-таки объектовая система, и для того, чтобы ее разворачивать в районе Харькова, надо обезопасить определенную площадку от воздействия по самой системе. То есть это не именно на какие-то там ракеты, допустим, баллистические или крылатые ракеты, а просто армейская артиллерия, допустим, или армейские средства поражения, коими являются те же FPV-дроны или дроны БПЛА российские, которые те же ланцеты в большом количестве, которые просто выщелкают наши пусковые установки Патриота, а Патриот их просто даже не увидит. То есть это целый процесс, целый комплекс мероприятий, который должен привести к тому, что можно будет развернуть в том числе и Патриот для прикрытия Харькова уже от таких серьезных целей уровня тех же Су-34 бомбардировщик, тех же КАБов, которые сбрасывают эти Су-34, и от тех же С-300, С-400, которыми пытаются обстреливать Харьков россияне из-под Белгорода. Хотя тут механизмы есть разные, и перехват этих ракет в воздухе тем же Патриотом, и уничтожение пусковых установок на земле, чем мы сейчас и начали заниматься. Правда, пока получили просто разрешение на работу всего лишь 80-километровыми ракетами М-31 из Хаймерта по этим пусковым установкам.